Дядя Коля нашел немецкую каску с пулей. Ой. Только он почему-то считает, что вот это перед. Хотя мы с мамой ему говорим, что вот перед каски. Вот такая каска немецкая. Хочет ее, как он говорит, реставрировать. Вот эти куски припаивать. А, они вообще не отсюда. А они не отсюда. Не знаю, куда он хочет. Я ему говорю, не трогать ее. Ну, не знаю. Надо, мои сидят там. Выпивают, закусывают.